Рукавички, шарфики, подследники, тапочки. Есть даже юбка и рейтузы. Все это подарки от серебряных волонтеров подопечным дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в Ромашкове. В акции «Дарю тепло» приняли участие 5 мастериц. Их средний возраст – 80 лет. Шерстяные нитки для изделий предоставили одинцовские единороссы. Отчитаться о проделанной работе волонтеры решили презентацией своих работ. Очень взрослые женщины, да, сохранили вот это тепло, доброту и готовы дарить ее. Ну, я восхищен, поэтому с удовольствием приехал на этот так называемый отчет, посмотрел и поддержал. Еще мы там ниток привезли, подарили. Значит, ну пусть работают, пусть делают добро. Это надо поддерживать обязательно. Елизавета Викторовна вяжет уже в течение полувека, поэтому с энтузиазмом откликнулась на призыв приготовить подарки для дома-интерната. За месяц акции она связала 11 вещей, во многом благодаря мужу, который поддерживал ее в этом начинании. Признается, было вдохновение, хотелось поделиться теплом своей души. Я даже сама себе удивилась, что когда вяжешь кому-то, это еще лучше, чем ты вяжешь. В жизни я за деньги никогда в жизни не вязала, не вяжу и не буду вязать, это я вот четко вам говорю. Вот. А для себя, для друзей, а вот сейчас для, вот это, для дома инвалидов, это вообще просто, я считаю, что очень хорошая акция, в которой решили сделать платье. Каждую вещь мастерицы подписали и пожелали получателям подарков счастья, здоровья и тепла в новом году. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».